Вот такой он Казахстан, с замечательной природой, с разнообразием ландшафтов. Только здесь существуют необъятные прекрасные цветочные маковые степи, обширные пустыни, величественные заснеженные горы, древние каньоны, хвойные леса, уникальные моря и озера, полноводные реки. И все это с сочетанием блеска технологичных городов, убирающих в себе восточную умиротворенность, западную роскошь, множество бережно хранимых традиций. Именно величественная природа Казахстана является источником вдохновения. Именно природа Казахстана оставляет глубокий след в душе любого человека. Она наделяет какой-то необыкновенной силой, энергией. Своей неповторимостью, яркостью, богатством воздействует на чувства, эмоции проживающего здесь или любого другого, кто просто посещает Казахстан. Молодое поколение чувствует эту связь, черпает из окружающей природы все, что помогает думать, окрашивать в эмоциональные тона восприятие окружающей действительности. Все это воплощается в творчестве талантливого молодого поколения. Ведь не зря Казахстан в последнее время является главной кузницей талантов в искусстве, творчестве, спорте. Может, в этом часть разгадки феномена Димаша, о которой мы говорим с вами, дорогие мои зрители, из передачи в передачу. Where the cosmos came from, or whether it was always there, if time will one day flow backward, or whether there are ultimate limits to what humans can know. What is the smallest piece of matter? Why we remember the past and not the future? And why there is a universe? Земля древних кочевников, живших на бескрайних степях. Земля древней цивилизации Евразийского континента, где на протяжении веков возникали, гибли и вновь восставали из пепла могущественные империи и государства. Это в прошлом. А сейчас? Как вы думаете, какие должны быть люди, живущие в настоящее время в Казахстане? Восприятие внешнего мира, образа мышления у казахов имеет некоторые особенности. Эти своеобразные черты казахского народа накладываются на культуру других наций и народностей, проживающих на территории Казахстана. Так какие они, те люди, которые проживают в Казахстане? Особенно отчетливо это осознаешь, когда находишься вдалеке от родины. Хочется ответить таким образом. В первую очередь это свободные люди. В чем выражается эта свобода? Многие ученые думали об этимологии слова «казах». Все исследования сводятся к одному, то, что слово «казах» означает «свободный». В чем выражается эта свобода у современного человека, проживающего в Казахстане? В выборе своего пути развития, в сохранении своих национальных традиций. Маленькие дети легко осваивают компьютеры и говорят на английском языке, а их современные бабушки воспитывают следующее поколение в духе национальных традиций. В том, что казахстанцы всегда помнят и гордятся своей культурой и историей, помнят своих героев-батыров, которые отстаивали свою родину от захватчиков. Помнят об истории народности, диаспор, которые были очень сильно переплетены с историей казахского народа, когда в трудные годы казахи оказались самыми близкими людьми для многих переселенцев из разных мест. Вместе делили с ними свой кров. В сохранении семейных традиций всегда большая семья – это гордость всего казахстанского народа. Забота о своих родных и помощь даже самым далеким родственникам считается естественным проявлением человечности. И в горе, и в радости казахстанец всегда найдет поддержку
и не останется один. Вот в чем выражается свобода казахстанского народа – в выборе своего дальнейшего пути развития и своих приоритетов, в выборе традиций, в сохранении и почтении истории своего народа. Все это отражается на ментальных особенностях всего казахстанского народа. Открытость, дружелюбность, гостеприимство, доброта души. Никому и никогда казахстанский народ не испытывал и не проявлял чувства неприязни или превосходства. Никогда не служил источником межнациональных конфликтов. Вот в таких условиях с такой ментальностью, культурой живут взрослые и молодое поколение Казахстана. Денис Тен всегда с гордостью говорил: «Я кореец из Казахстана». Не это ли счастье жить не на своей исторической родине, но при этом чувствовать себя комфортно, не чувствовать ущемлений, притязаний по национальному признаку? Денис Тен сделал многое для республики, даже, можно сказать, больше того, чем любой казах для своей родины. Он горячо и беззаветно любил Казахстан, был настоящим патриотом своей огромной многонациональной страны. Когда в 2008 году на гран-при среди юниоров Денис Тен завоевал свою первую медаль, к нему подошел один высокоуважаемый человек и сказал, что турнир выиграл спортсмен из несуществующей страны. Денис был настолько зол на это высказывание, что дал обещание во что бы то ни стало сделать так, чтобы Казахстан узнали на мировой арене. И он сделал это. А как Денис представлял олимпийскую заявку Алматы 2022 на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре? Он так хотел, чтобы следующая зимняя олимпиада в 2022 году проходила именно в его родном любимом городе, чтобы весь мир узнал о Республике Казахстан, которые всегда были в его сердце. Вот послушайте, что он сказал. «Я являюсь послом нашей олимпийской заявки. Могу сказать, что все спортсмены в Казахстане верят в то, что Олимпиада 2022 пройдет в Алматы. Мне часто задают вопросы о Казахстане спортсмены из других стран, и я всегда очень подробно им рассказываю о нашей стране. Последние 3 года я старался не только рассказывать о моей стране, но и показывал ее через фотографии, видеоролики. Также старался показывать Казахстан через свои выступления, которые я посвящаю своей стране. Кроме того, последние 3 года мы организовывали ледовое шоу, и самые лучшие фигуристы мира приезжают в Казахстан. Все они воочию увидели нашу страну. Могу сказать, все фигуристы и болельщики со всего мира были глубоко впечатлены Алматы, достопримечательностями города и его людьми. И сейчас у нас есть надежда показать это всему миру. Еще хочу сказать, на Олимпиаде в Сочи в 2014 году я взял первую в истории казахстанского фигурного катания олимпийскую медаль. Это была большая честь для меня. Я участвовал в показательных выступлениях в Сочи и показал программу, посвященную Казахстану. Она была поставлена на традиционную казахскую музыку с использованием национальных инструментов. Через свое выступление я постарался показать культуру своей страны всему миру. Эту программу по всему миру посмотрело несколько миллионов человек. И я был горд, что через этот номер о Казахстане по всему миру узнает больше людей, а не просто увидят флаг в протоколе соревнований. Денис Тен был не только выдающимся спортсменом, он был хорошим другом. Он отдавал себя полностью людям, которые были ему дороги. Так дружба Дениса и Димаша связывали не только профессиональные, но и простые человеческие отношения. Одному из казахстанских изданий Димаш Кудайберген рассказал, какую роль в его жизни сыграл погибший фигурист Денис Тен. Пришел на выставку памяти своего друга. Когда никого не было, один был. Смотрел, вспоминал, что было. Вы знаете его как прекрасного фигуриста, а я помню его как прекрасного друга. Мы познакомились с ним давно, но близко общаться стали только в последние годы. Самое лучшее качество в Денисе, которое мне нравилось, это его простота. Димаш постоянно посвящает свои концертные номера своему другу Денису Тену, бронзовому призеру Олимпийских игр. Вспоминается эпизод, когда Денис Тен вернулся на лед после серьезной травмы голеностопа. Свое возвращение он ознаменовал новой программой, подготовленной под знаменитую песню на французском языке «SOS» в исполнении Димаша Кудайбергена, своего большого друга и талантливого человека. Он написал: «Дорогой Димаш, выступать под твою композицию – невероятная честь для меня. С ней была создана особенная связь,
что немаловажно в этот особенный олимпийский год. 2 месяца назад я получил самую сложную травму в моей карьере, но вопреки прогнозам врачей, уже на этой неделе во Франции мне посчастливилось представить публике нашу коллаборацию. В преддверии Олимпийских игр ожидается много работы, включая активную реабилитацию и многочисленные часы тренировок. Будет много других соревнований и испытаний, но с такой фантастической поддержкой, я знаю, я готов ко всему. Спасибо тебе за то, что ты есть. Твой талант – это гордость и достояние всего Казахстана. Димаш с большим одухотворением, с огромными эмоциями и благодарностью поздравил своего друга Дениса Тена с возвращением на лед и назвал себя его поклонником. Молодец, Денис! Разве не счастье ли то, что наше искусство и спорт сошлись в одном месте? Мой современник, золотой брат, патриот своей страны, благодаря кому спорт Казахстана поднимается на мировой уровень. После серьезной травмы мой друг вернулся на ледовую арену, где выступил с храбрым характером, танцевальным мастерством, превосходным вкусом, как настоящий мужчина, под песню моего исполнения. Даже когда у тебя, мой друг, растяжение сухожилия ноги и восстановление может быть сомнительным. Как мы уже сказали, Денис был не только выдающимся спортсменом, он был хорошим другом. Вот что вспоминали друзья, коллеги Дениса Тена о нем, о его жизни, о его прорыве в спорте, о его достижениях в фигурном катании 13 июня 2020 года, в день, когда Денису Тену должно было исполниться 27 лет. У Дениса был очень сильный характер, а как иначе, ведь он был спортсменом, и не просто спортсменом, а спортсменом мирового уровня. И где бы он ни стоял, на награждении, на чемпионате мира или на Олимпиаде в Канаде или в Корее, это был всегда особенный день для него и всего Казахстана. Денис часто цитировал фрагменты из книги Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». «Человека можно уничтожить, но нельзя победить». После каждого поражения он учился на своих ошибках, закалял характер. С 11 лет он писал стихотворения. С 2014 года стал писать небольшие рассказы, которые планировал положить в основу книги. Стал увлекаться фотографией, планировал выпустить серию интервью с фигуристами. Всех восхищало умение Дениса находить общий язык с детьми. Он будто сам перевоплощался в ребенка, при этом умело сохраняя авторитет взрослого. Он мог каждый день сочинять сказки, всегда красивые и наполненные смыслом. Его музыка, проза, поэзия, просто до глубины души трогающие сценарии продолжали жить и находили отклик в сердцах многих поколений. О каком сценарии говорится? Денис Тен написал сценарий к фильму «Слепая любовь», снятый известным российским режиссером Тимуром Бекмамбетовым. В январе 2020 года были новости о том, что фильм уже готов к прокату. Вот что пишет Даниэль Альберт Науриц, эстонский фигурист. «Честно говоря, в переходный момент с юниорского уровня на взрослый я очень много рассматривал стиль катания больших звезд на льду, и одним из них был Денис. Представьте мое удивление, когда я прихожу на каток с коньками в руках, открываю дверь и вижу на расстоянии вытянутой руки талантливого, виртуоза и трудолюбивого Дениса. Я так и впал в ступор, не отводя глаз от него на тренировке. Он точно так же, как и я, ставил свою новую программу, и красоту творческого процесса просто не передать словами. Наконец, мы познакомились, хоть и впервые соревновались друг с другом, еще в далеком 2011 году на юниорском чемпионате мира в Минске. Мы подружились, и я был действительно удивлен, насколько Денис добр ко мне. Я многому научился у него и поставил себе цель. Раз я оказался с ним на льду, то буду придерживаться его планки». И старался брать с него пример, а именно в том, как он предоставлял свою мысль, свою историю, свое творение, рассказывая по крупицам на протяжении всего исполнения программы. Это было действительно волшебно, и я очень благодарен ему. А вот воспоминания Татьяны Флайт, спортивного журналиста из Германии. «Впервые я заметила Дениса, когда он выступал на чемпионате мира среди юниоров в 2007 году в Германии. Он выделялся из всех тогда. Уже позже я вспомнила, что я его увидела до этого в Москве, когда он как гость участвовал на российских стартах.
Он был таким маленьким, симпатичным мальчиком, таким артистичным. Видны были его желания и талант. Он оказался таким пионером казахстанского фигурного катания, стал первым фигуристом из Казахстана, который выиграл этап юниорского гран-при, первым призером чемпионата мира и Олимпийских игр. Наше первое интервью состоялось на чемпионате четырех континентов в 2009 году в Ванкувере, и сразу стало понятно, что Денис не только классный фигурист, но и очень умный и многогранный молодой человек. С ним разговаривать, брать интервью было всегда интересно и приятно. Я скучаю не только по выступлениям Дениса, но и по этим разговорам с ним. Дениса очень не хватает, но он живет в наших воспоминаниях и, главное, в наших сердцах. Сегодняшнего гостя – обладатель бронзовой медали Олимпийских игр Сочи 2014 Денис Тен. Денис, спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласили. Сегодня я постараюсь выстроить такой больше, наверное, разговор, нежели интервью. Как дела? Отлично. Я прекрасно провожу время, как это видно по этой картинке. Да, спасибо, что пригласили. Я как бы в последнее время не участвую в подобных проектах, но я посмотрел твой аккаунт. Мне очень радостно видеть, что у нас молодые ребята очень активные, создают какие-то свои проекты. И меня пригласил Марлен. Я моментально ему сказал, да, почему нет? То есть я надеюсь, что сейчас будет интересная передача, много нового. Денис, я вчера до 4 утра смотрел все твои видео, потому что я хотел прям подготовиться. Я прочитал очень много информации про тебя. Я всегда наблюдал по телевизору, как ты выступаешь, но я хотел глубже копнуть. И у меня такой первый вопрос. Я наткнулся на то, что когда ты начинал кататься на коньках, это было в Рамсторе. Можешь об этом немного рассказать? Это абсолютная правда. То есть я начинал кататься на коньках в далеком 99-м году. Это было всего 5 лет. И тогда у нас абсолютно не было условий для занятий спортом. То есть, в принципе, фигурное катание – это был далеко не единственный кружок, в который меня отправили родители. То есть я параллельно занимался тэквондо, карате, плавание, акробатика, танцы. Я ходил в кружок живописи, пел в хоре, играл на фортепиано. И помимо этого еще занимался фигурным катанием, который включал в себя еще дополнительные виды деятельности. То есть это летом, я помню, мы плавали в рамках летней программы. Там занимались ФП, постоянные тренировки то в зале, то на катке. В меру того, что у нас не было ледовых площадок. Вот. И как-то так вышло, что я родился очень активным ребенком, и во мне было столько энергии, что родители позволили мне буквально по полной насытить мою жизнь различными кружками. И фигурное катание сразу тронуло мою душу. Это мне показалось чем-то абсолютно необыкновенным. Возможно, я просто любил сложности. И несмотря на то, что у нас не было никаких условий заниматься этим спортом, я, наверное, был самым ярым фанатом катания на коньках. И прошел через все, то есть через тренировки в Рамсторе, через самодельную экипировку. То есть, я не знаю, если вы слышали, в детстве у меня коньки, они были совсем не такими, какими мы видим их сегодня. То есть папа экспериментировал, он разрезал бутылки, брал всякие пластмассовые основы для того, чтобы укрепить мои ботинки, и я мог тренировать различные элементы прыжки. То есть и таким образом я, в принципе, все детство тренировался и каким-то образом достиг хорошего результата. Алексей Ягудин, олимпийский чемпион по фигурному катанию, вспоминает следующее о Денисе Тене. Сегодня день рождения замечательного спортсмена, человека и сына. Было бы 27. Помним и скорбим. Когда и Оксана мне позвонила какое-то время назад, одно накладывается на другое. Предыдущий мастер-класс мы проводили вместе с Денисом. И я считаю это моим, простите,
не только основной работой. Все-таки фигурное катание – это тот вид спорта, который был с 4-летнего возраста. Мне уже 38. Поэтому если будут звать, то здесь не будет возникать вопроса о том, хочу я или нет. Это дело, наверное, всех тех людей, кто по-человечески относится вообще к жизни и не теряя человеческий и разум, и облик. Прежде всего, в этой жизни надо оставаться, как я уже говорю, пускай я повторяюсь, но нужно оставаться человеком. А это из воспоминаний хореографа Лори Никол, работавшей с казахстанским фигуристом в 2015 году в США, в то время, когда Денис Стэн жил и тренировался в Калифорнии под руководством тренера из Соединенных Штатов Америки Фрэнка Кэрролла. А какая у него была страсть на льду, не показная, а настоящая, глубокая. Когда он включал свою фишку, у меня сразу начинали наворачиваться слезы на глазах. О боже, это просто потрясающе. Я много лет работала со звездами мирового фигурного катания, но никогда не видела ничего подобного. Некоторые мировые издания после трагедии, которая случилась 19 июля 2018 году, писали следующее. The Korea Herald написала о том, что корейские фигуристы оплакивают смерть казахской звезды Дениса Тена. Издание опубликовало на своих страницах выдержки из высказываний местных звезд в социальных сетях о трагедии в Алматы. «Денис Тен был великим человеком, он вдохновлял всех нас», – написала чемпионка Олимпийских игр 2010 в женском одиночном катании Ким Йен А. Ее поддержала победительница Азиатских игр 2018-го Чхве Да Бин. «Когда я была в Казахстане, ты заботился и подбадривал меня». The Japan Times поместила статью под заголовком «В Алматы убили бронзового призера Сочи Дениса Тена». В ней подчеркивается, что погибший был первым фигуристом в истории Казахстана, сумевшим подняться на олимпийский пьедестал. Осенью 7 ноября 2018 года была открыта мемориальная доска в честь олимпийского чемпиона Дениса Тена. Установлена она была на фасаде дома, где он родился и жил, в Алматы. Специально на церемонию открытия приехали заслуженный тренер СССР, мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова, российская фигуристка Елена Родионова, народная артистка Казахстана Роза Рымбаева и многие другие. Татьяна Тарасова была тренером Дениса ЦСКА с 2003 по 2010 годы. Ранее она не была в Казахстане, и это был ее первый визит. Денис, мальчик, все кричали и плакали. Он хотел жить только в этой стране, прославлять только эту страну. Великий сын своего народа. Большое спасибо родителям, что они воспитали такого уникального человека. Мне посчастливилось работать с ним. У нас не было такого прецедента, чтобы какой-то из олимпиоников вообще так много сделал. Он написал рассказы, он написал сказки, он написал музыку, он написал очень много замечательных стихов и песен. И я надеюсь, что народ, в котором он вырос и корнями пророс в эту землю, будет помнить его вечно, так как мы будем помнить любящие его люди, столкнувшиеся с его талантом, мы будем помнить его вечно. Скорбят все. И мы тоже будем проводить много разных соревнований, посвященных ему, пока мы живы. Денис – это есть символ чистоты, патриота, настоящего героя именно с сегодняшнего дня, потому что ему всего лишь 25 лет. Он ровесник независимости. Он настоящий представитель сегодняшней нашей молодежи, которую мы воспитали, которую воспитали его
родители, из которого сделали настоящего великого человека-спортсмена. Он будет символом вот этих качеств для нашей молодежи. Я думаю, что многие, даже начинающие спортсмены, будут приходить сюда почтить память, дань уважения. Великий, выдающийся, гениальный наш Денис. Дальше Татьяна Анатольевна продолжила. Это великий мальчик. Он хотел прославлять эту страну. Так получилось, что он умер в этой стране. Миллионы людей, которые смотрели все его выступления, искали на карте Казахстан. Не все знают, где страна находится, а через него узнали все. Это великий сын своего народа. Мне посчастливилось работать с ним, настолько любящий свою профессию, понимающий, что через профессию можно достичь многого. Он был лучшим среди лучших. Он уникальный парень с самого детства. Все, что он делал с самого выхода на лед, поднимало стадионы. Это человек-сюрприз. Он украшал нашу жизнь. Когда он трудился в Москве у Лены Водорезовой, она меня пригласила на тренировки Дениса. И я бежала к нему со всех ног. В Алматы на пересечении улиц Байсейтова и Курмангазы стоит памятник великому Денису Тену. На церемонии открытия памятника присутствовали родители Дениса Тена, Оксана и Юрий, а также жители мегаполиса и многие казахстанские знаменитости. Вот такие слова звучали в тот день от президента Ассоциации корейцев Казахстана Сергея Огай. Сегодня очень большое событие. Мы открываем этот замечательный памятник нашему чемпиону и звезде. Про все достижения Дениса можно говорить очень долго, так как он по-настоящему прославлял Казахстан на международной арене. Но самое главное то, что этот молодой парень стал героем нашего времени. Он был образцом трудолюбия, профессионализма и уважения к старшим. Как видите, даже погода сегодня отвечает дождем. Действительно, происходят какие-то чудеса. Поэтому давайте помнить Дениса очень долго. От себя хочу выразить большую благодарность Оксане Алексеевне за такого прекрасного сына. Она очень много вложила сил и материнской любви, чтобы вырастить из него прекрасного патриота Казахстана. Ермахан Ибраимов, боксер, олимпийский чемпион 2000 года, сказал на том мероприятии, что когда-то он лично говорил Денису следующие напутственные слова. «Мы часто встречались с Денисом, когда в стране происходили какие-то спортивные события, и всегда друг друга поддерживали. Я ему как-то сказал: перед тем, как стать олимпийским чемпионом, я выиграл бронзовую медаль на главном старте четырехлетия. Так что и у тебя так будет. Только нужно трудиться. Никто ведь из казахстанцев не добился таких грандиозных успехов в фигурном катании, как ты, наш первопроходец. Продолжай быть ярким примером для молодых спортсменов, чтобы они тоже заявили о себе на льду. Он и сам мечтал об этом, но победить на той же Олимпиаде ему было не суждено». Роза Рымбаева, легендарная певица Казахстана, выступила также перед публикой. «Я думаю, что этот памятник – дань уважения не только нашему любимому мальчику, но и всем спортсменам, которые приносят славу Казахстану на мировом уровне, поднимают его флаг. Как мама, я хочу сказать следующее. Мне не нужны слава моего ребенка, мне не нужны его достижения, мне прежде всего нужен сын. Как я понимаю Оксану Алексеевну? Лучше бы он рядом ходил, простым мальчиком, где-нибудь работал бы. Но так сложилось, что Денис служил в своей стране, приносил победы, отдавая все силы, чтобы о Казахстане знали. Он сделал очень многое для нас, вечная слава ему. Я думаю, наша молодежь будет в первую очередь приходить к Денису в день рождения, в день свадьбы, в день каких-то великих дат, потому что он был их лидером, их кумиром и останется таким навсегда». Мы попытались вспомнить его не только как спортсмена, но и как национального героя Казахстана. Всего 25 лет было этому замечательному парню. Оборвалась такая интересная, такая примечательная жизнь, в которой фигурист Денис Тен шаг за шагом шел к своей мечте. Не было в истории независимого Казахстана столь титулованного спортсмена с медалями чемпионатов мира, гран-при по фигурному катанию и, конечно, Олимпийских игр. Его первые шаги в фигурном катании были в группе здоровья.
Зимой он занимался на открытом городском катке, а летом на искусственном в обычном торговом центре. Через травмы, стрессы и тренировки мальчик из Казахстана стал одним из символов фигурного катания. Денис Стен был не просто человек, который имел выдающиеся достижения в фигурном катании. Он обладал особенными качествами. Всегда было приятно наблюдать его прекрасную пластику, неповторимый артистизм в танцах, в его движениях. Он хорошо чувствовал музыку, он грациозно выполнял все спортивные движения, требующие высокой техники исполнения. Наблюдать за Денисом Теном было одно удовольствие. В его образе была сама человечность, простота, доброта, честность. Денис Тен запомнится как выдающийся спортсмен, как заботливый сын, как великий гражданин своей необъятной, горячо любимой родины. Если Димаш обладает уникальным талантом на большой сцене, то Денис был уникален на льду. Денис Тен сохранится в памяти навечно, как символ красоты, грации и мужества, совершая каскады небывалых, головокружительных прыжков, отрываясь со льда, как космонавты, преодолевая земное притяжение. Он стремился вобрать в себя опыт лучших фигуристов мира, но сохранить свою изюминку. Денис Тен был одним из немногих фигуристов, кто исполнял сложное для мужчин вращение «Бильман» с одной ногой над головой. Но главное на льду Денис был настоящим талантливым артистом, художником, музыкантом и мыслителем. Его предок генерал Мын Гын Хо был одним из главных борцов за независимость Кореи. Связь с великим предком Денис ощущал всю жизнь. Ради него, несмотря на травмы и усталость, фигурист отправился на третью в карьере Олимпиаду – Пхенчхан. Денис Тен шаг за шагом шел к своей мечте. Денис как будто жил в другом измерении. Он на несколько шагов опережал ту действительность, которую он хотел изменить. Своим примером он показал, что все в наших руках, стоит только захотеть. Такие люди, как Денис Тен, могут менять нашу жизнь к лучшему. Они меняют наше мировоззрение, образ жизни. Они рисуют нам новые светлые перспективы. Дорогие друзья, спасибо за внимание. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания. Денис, Алексей, добрый день. Добрый день. Денис, как настроение? Hello. Как проходят мастер-классы? Мастер-классы проходят очень позитивно, очень хорошо. У нас прекрасные гости, прекрасная команда. Я думаю, что по окончанию дети насытятся огромным количеством положительных эмоций, новых знаний, нового опыта и принесут много других новостей для казахстанской аудитории, и не только казахстанской. Алексей, с вашего прошлого приезда в Алматы прошло несколько месяцев. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, вот меня... Как изменился... Нет, меня очень долго мучил вопрос. Что для вас лучше, Apple или Android? Я так-то люблю бананы. Я считаю, что нет идеальных систем, нет идеальных... Если возвращаться к тому мастер-классу, который мы здесь проводим вместе с Денисом, и как сегодня мы не единожды замечали, что нет идеальных систем, которые подойдут абсолютно для всех фигуристов. Нужно пробовать абсолютно разные подходы. Одному поможет одно направление, другому другому. Также и в мире электроники, связи и так далее нет идеальных устройств, которые подошли бы каждому. Нужно искать то, что именно подойдет тебе самому. Мне Алматы подходит. Подходит и по климату, и тепло, и потрясающий влажный климат стал, несмотря на резко континентальный климат, который присущ вашему региону. Ну и плюс здесь, конечно, вот мой друг, уже на протяжении многих лет общаемся вне льда, что позволяет нам вновь и вновь встречаться на вашей гостеприимной казахской земле и, собственно, давать то, ради чего эти детишки приходят на наш мастер-класс. Денис, назовите три гаджета, без которых вы не представляете вашу личную жизнь. Однозначно, наверное, смартфон, лэптоп и... Переходник от лэптопа. И зарядник. Это очень тоже полезная вещь.